Как установить архиватор HowZip? И настроить его, чтобы он работал нормально. Запускаем его файлик. Система безопасности говорит, что он взят из интернета. Нажимаем выполнить. Соглашаемся, I agree. Просто какую папочку поставить? Пусть по умолчанию нажимаем install. Он устанавливается. А вот здесь теперь выставим галочки. С какими типами архивов? Его использовать. Windows хорошо работает с архивами типа zip. Снимем галочку. Так. ISO использует Daemon Tools, Alcohol. Прочие программки снимем тоже галочку. Остальные пусть открывают. Нажмем кнопочку ОК. Все, установка завершена.